Привет, ребята, с вами Сэм на канале Мисс Сани. Сегодня мы опять приехали на конюшню. Привет, друзья. Что будем делать сегодня, Саня, покажи. Давайте вот что. Морковь. Давай, я буду тебя снимать. Сейчас покажем вам все тут. Вау, ну что, тут, короче, целый арсенал. Подожди, Саня, подниму. Видишь, что тут делается. Вот этот Санин любимчик, подождите, я только не помню, этот, нет, вот, вот этот, Санин любимчик. А вообще, смотрите, а вот тот все время, он очень просит все время морковки. О, бу-ру-ру-рум. Давай, это я буду держать. А ты забирай. Саня, Саня. Саня этого забыла. Давай, давай. Еще одну ему дай морковку. Он очень красиво тебя просит. Молодец. Умничка. Умничка. Красавец. Красавец. Кто это у нас? Лен. Лен. Вау, какой ты весь красивый. Давай, Сань, пошли дальше. Там еще там есть, мне кажется, где твои любимчики. Где Пикассо, где Фидас. Саня, дай, может, еще. Смотри, как они это хотят. Саня, ну посмотри. Ну, давай. Вот же наши самые прекрасные лошадки на свете. А ты? Морка, Туасим. А ты?
Саня на улицу, покормили лошадок. Короче, как всегда, сегодня хорошенькая такая погода, суперская, кстати, но еще никого нету, я смотрю на манеже, никто не тренируется, или жарко, или просто уже все после тренировки, я надеюсь. О, сколько препятствий. А тут, да, препятствия собираются. А тут, смотри, вот одна лошадка, видишь, где она? Ой, первый раз как-то так я вижу, да, чья-то? Ну вот, вот такой Санин. Как это сказать, лошадиный рай тут, да, Саня, скажи? Точно. Когда уже тебя выпустят на улицу? Слушай, я бы мечтала бы тебя увидеть уже вот на таком манеже. Слушай, песок красивый, как в Паланге, смотри, у моря. Да, кстати, давай. Жарко? Давай я мне свою кофточку. Они, ну, боятся звуков. Боятся звуков? Да, но музыка, видишь, играет все равно как-то, да? Пришли к самому своему любимому коню. Они что-то сегодня поругались. Они всегда вместе. Но что-то сегодня тот никак не хочет дружить. Да, Саня? Ой, ой, красавец. Ой, хороший. Какой. Он не понимает, наверное, каком я языке говорю. Только мою, как говорится... Внешне. Да. Эмоционально чувствует, что я красиво что-то разговариваю, а на каком языке не понимает. Саня, скажи. Да, прекраснейшие. О, Саня. Мы ради этого и приехали. Хотя бы на часок, но вот чтобы вот такие эмоции получить, да, Саня, скажи. Да, красавец. Ой, какой ласковый, какой ласковый, какой прекрасный. Саня, он тебя лижет. Саня. Какая любовь. А тот смотрит такой. А тот злюга-призлюга. Саня, какой он ласковый, как он красиво. Давай ты его немножко пригрей, пополоскай ты его, Саня. Ему, наверное, хочется, знаешь, сегодня же тренера нет. Он, наверное, тут бедолага один будет околачиваться. Мы никак не можем отойти отсюда, никак. У нас теперь терапия лошадиная идет. И девчата привезли морковку, ну все уже. Давай, почеши, почеши, Саня, почеши ему, ему нравится. Там друзья все выглядывают, ты видела? Смотри, Саня, идем, покажу тебе. Во, смотри. Сегодня приехали, не будем делать тренировку, мы просто сегодня приехали побыть со своими лошадками, покормить, да? Или будешь сегодня делать тренировку, Саня, может, обдумаешься? Я бы хотела. Ну, давай тогда понемножку, я тогда не буду мешать.
ставим лайки, подписываемся. Всем пока-пока. Хороших выходных. До свидания.